Привет, я Даша. И сегодня... Привет, я Даша. И сегодня первый день ретрита, одесского мессианского ретрита. Знаете, что такое ретрит? Нет? Так давайте узнаем. Здравствуйте, что для вас ретрит? Хорошее время. Привет. Что для тебя ретрит? Это место, где можно вдохновиться и набраться новых сил для дальнейшей дороги. Извините, можно минутку у вас? На секунду всего лишь. Давайте. Что для вас ретрит означает? Это искать ответы на молитвы. Да. Круто. Так, пошлите дальше. Вот, молодые люди идут. Извините, что для вас ретрит? Ретрит. Свобода. Праздник. Веселье. Танцы для славы Господа. Привет! Что для тебя ретрит? Ой, ретрит — это очень классное время, это классная атмосфера, полностью как и служение, и само время, пока там, например, от служения до служения, перерыв. Все время, все эти три дня, пока идет ретрит, это просто что-то незабываемое. И потом, с каждым годом мне нравится, я каждый год езжу, мне это очень нравится. Это как учеба, так и просто хорошее времяпровождение. Пошлите туда. О, здравствуйте. Здравствуйте. Можно я вас спрошу, что для вас ретрит? Что он означает, впечатление? Ну, впечатления будут впереди, но по прошлому могу сказать, что ретрит – это очень хорошее время для нас встретиться с Богом. Я думаю, что все мы собрались здесь именно для этого, чтобы пережить какое-то особенное время, особенное переживание, и для того, чтобы набраться сил, еще вместе больше соединиться друг с другом и служить дальше в радости, в веселье. Наверное, это для меня ретрит. Да, спасибо. Скажите, пожалуйста, что для вас ретрит? Ретрит – это обновление, когда служители, они обновляются в силе и потом с новыми силами приступают к новому году служения. О, давай у тебя, молодая леди, что для тебя ретрит? Это остановление духовной войны и переговоров, ошибок, чтобы больше их не повторять. Молодец, спасибо. Ваня, что для тебя ретрит? Для меня? Да. Для меня это Божье присутствие, общение с Святым Духом и наслаждение этой радостью, которая наполняет нас. Вот. Класс, да, опять. Сейчас идет подготовка к началу, и давайте посмотрим, что идет за кулисами. А можно я вас спрошу, что вы тут делаете? Регистрирую на ретрит. Да? Да. Супер. Валера, это Валера. Шипка. Спасибо. У меня Ярик. Тут самое интересное. Это еще начало. Все готовятся, приезжают потихоньку. Так хорошо. Вот такой воскресный день. На улицах ни людей, ни машин. Все, наверное, либо воскресли, либо долго спят. Ну что, давайте начинать. Thank you.
Присаживайтесь, пожалуйста. Перед тем, как я позову нашего гостя и представлю наших гостей, которые будут участвовать в этом ретрите, хочу немножко напомнить. Сейчас только идет начало. Да? Почти, вот, можно сказать, добро пожаловать на 21-й ретрит, можно сказать. Да. На 21-й ретрит, подробно пожаловать. Скажите, почему 21-й? Каждый год вот это делаем, да. В 1998 году мы первый провели ретрит. Это мы проводили здесь недалеко, тоже в Одессе. И с того момента цель ретрита – уединение. Оторвать людей от обыденности, от жизненной обыденности, которая существует у людей. Оторвать для того, чтобы они переосмыслили некоторые вещи. И целью никогда не было сделать это таким грандиозным, величественным. Давай, давай, вот посоревнуемся с кем-то, что-то можем сделать. Не понимать, что это такое. He's saying a lot more than I am. Он говорит больше, чем я говорю. I'm preaching for you. And so,